Уважаемые подписчики, зрители моего канала, всем добрый день. Сегодня у нас вот такой Infiniti FX35. Прикатили его нам ступичную пару поменять переднюю. Хозяин пока не определился, какую именно. Но надо найти и поменять. Сейчас мы этими займемся. Поддомкратим обе стороны и будем искать. Чтобы нам проверить видовую машину, не стали мы изобретать велосипед, заводить что-то еще, домкратить. Мы подняли два передних колеса, взяли обычную дрель. Зажали сюда резиновый круг, которым счищают скотч. И будем раскручивать машину. Это сюда, это сюда. И очень хорошо слышно, что это колесо у нас гудит. Таким образом, мы поняли, что у нас правое колесо будет ступиться под замену. Им и займемся. Всем известный хаммердингер, колесики. Вот что значит колеса затянутые по моменту, как положено, а не тяп-ляп. Теперь по этой части. Диск у нас не стоит, хорошо. Откручиваем суппорт тормозной и будем бороться вот с этим делом. 19-й торцовый ключ ударный. Не идет. Вон батарейка уже на двух делениях. Сейчас ее заменим. Тут у нас три деления, полная батареечка. Сейчас глянем, как влияет заряд на откручиваемость. Второй. Видимо, придется пневмой пользоваться. Все-таки не умеют люди видать затягивать. Тяжелая артиллерия, пневмо. Воу-воу. Пневмо, короче, вещь. Ну, то, что перетянуто здесь 100%, это факт. Ну, и заржавел-то он хорошенько так. Глубоковато практически на всю глубину заржавевший был. Отверточка. Аккуратненько. Сжимаем наши тормозные суппорт, чтобы снять. Снимаем. Вот такой шнурочек у меня есть. В прямом смысле слова от чего-то шнурок. И подвязываем наш суппорт. Так, с суппортом порешали. Теперь поворачиваем ровно, чтобы видно было. Диск тормозной снимаем. Убираем наш шплинтик отсюда. Теперь надо резьбу почистить. Слишком много на ней грязи. Щеточка по металлу. Привод в солидоле у нас. Грязи много, но чистится легко. Гайковерт. Тут 32-я голова у меня есть новая, еще ни разу не использовал ее. Осталось дело за маленьким. Выкрутить 4 болта на ступице на нашей. 19-й ключ, удлиненный. Ой, как повезло. Совсем справился, без проблем. Болтики открутились. Смотрите, сколько на них. Они просто по всей длине практически ржавые. Посмотреть, у нас датчик АБС как расположен, и не отломить его. Хотя он, кстати, уже не прикручен. Что там болта нет на датчике АБС, видите? Нет болта на этом датчике. Сейчас мы там все осмотрим, как это происходит там. И будем рвать наш подшипник. Наш датчик АБС я пошевелил. Он шевелится, хоть и отломанный. Мы его аккуратненько сейчас отверточку. Оп, пошел. Нам очень сильно повезло. Он будет очищен полностью весь. От этого всего намазан солидолом. Может быть, если получится, мы вывернем отсюда или высвернем это и по новой все прикрутим. Но это нас пока не интересует. Будем доставать наш ступичный подшипник. Привод шевелится, значит, все будет хорошо. Наш обратный молоточек придет нам на помощь. Гаечки прикручиваем обратной стороной. Я думал, ребята, все будет намного сложнее, тяжелее и дольше. Но... сегодня, наверное, мы, как говорится, в хорошем духе. И она нам соблаговелила. Я, если честно, сам был в шоке. Здесь у нас кусочек болта остался. Я посмотрел, он не глубоко торчит. Газовая горелочка. Сейчас мы его подогреем и попробуем вывернуть. Краешек подогреем, вдарим по нему и будем пробовать выкрутить.
И вот такие щипчики у нас за кусачечки. О, пошел. Ура, мы его победили. Совсем кончик обломился, непонятная причина почему. Маленечко ВДшечки туда. Мечик. М6х1. И вперед. Все прошло удачно. Продуваем, собираем. Наша алюминиевая смазочка. Здесь сейчас все смажем алюминиевой смазкой, чтобы ничего не прикипало. И собирать будем. Сюда, чтобы не попало. Так, пойдет. Теперь в датчик АБС. Алюминий у нас не магнитится. Ничего страшного нет. Пойдет. Теперь по ступице. Ступица. Наша старая, вот она. Крутится туго, но очень сильно шумит. Наша новая ступица. Ну как новая, новая. Тихо, бесшумно. Теперь нам надо шрусом намазать лицевые и туда, куда прилипает подшипник. Шрус на пальчик. Мажем шлицевую и туда прилавочную плоскость подшипника. Это все служит нам для того, чтобы зазор уменьшить и передавалось у нас тепло лучше. Также, чтобы не ржавели шлицевая и легко вылазила. Так, ступица устанавливается одним вот этим широким отверстием вниз. А это места как раз остаются под датчик АБС. Щит. Его мы тоже маленечко мазнем. Эту сторону шрусом намажем. Конечно, это неправильно все Nissan сделал. Infinity. Ничего не должно быть такого проставочного между очень точным узлом ступицы и очень неточным узлом типа вот этого щита. Готово. Удостоверяемся, что у нас все правильно стоит. Правильно. Болты наши почищены полностью от всей ржавчины. Также смазываем все это. Не жалеем. Ну и так еще два болта. Затягиваем. Момент затяжки 104 ньютона у нас по книжке. Устанавливаем датчик АБС в свежепочиненное отверстие. 7,5 ньютон. Динамометрический ключик. Готово. Диск наш внутри почищен. Ступица сбрызнута. Здесь снаружи тоже. Устанавливаем тормозной диск. Отвязываем наш тормозной суппорт. Не устанавливаем. Вот таким вот образом. И полетели. Момент затяжки 165 ньютон. Готово. Трансмиссионная смазочка на резьбу, чтобы наше сопротивление кручению избавить. И здесь на юбку на саму, чтобы когда она будет затягиваться все сильнее, сопротивления не было. Момент затяжки будет 275 ньютон. Все, момент достигнут. Шплинтуем. Шплинт здесь существует так, чтобы если гайка и открутится, просто до конца не свалилась. Ступицы здесь, подшипники уже зажаты наглухо с завода-изготовителя. Внутренняя шлицевая часть, она просто развальцована по определенным усилиям. Поэтому наши особенно не влияют затяжки здесь. Готово. На 17 длинный ключик. Сначала откручиваем низ. Если мы вверх открутим, низ будет на стабилизаторе играть. Там у нас уже сорванная гайка. Поэтому будем осторожны. Если не получится, придется долго, как говорится, плакать. Сюда даже этот не подходит путем. Ключ. Не идет. Попробуем по-другому. Вот такой набор у меня есть. Для содранных болтов, для откручивания гаек и болтов. Чтобы не закосячить это все, сразу займемся им.
грани я подправил напильником, чтобы наша ключ наш мог туда войти. Попробую под низу открутить. Будем пилить. Варежки, очки на мне. Даже пилина не особо хочет слазить. То есть отпилен полностью вместе с куском резьбы, но при этом не идет. Дубль 2. Пробуем просто сбить. О, все. Представляете, только сейчас она открутилась. Вот он стук, который нам говорил хозяин. Ну все, осталось здесь. Гайковерт, 17 ключ. Так, чему-то там открутили голову. Тут, походу, тоже придется пилить. Сорвали мы сзади линку, чтобы шар освободить. Такой вот немецкий газик у меня есть. Если сюда откручиваем, то надо будет вот так взять. Шар заржавел наглухо. Так не пойдет. Зато так возьмем. Сейчас затянем его и так туда-сюда будем откручивать. Закрутили ВД-шечкой, сбрызнем и пойдем дальше. Сбрызнули ВД-шкой, откручиваем. Вот так бы сразу. Газовый ключ решает все проблемы. Такие вот линки у нас новые. Гаечки новые. Повернем на место всю эту систему нашу. И установим. Момент затяжки 102 ньютона здесь по книжке. Подтянем чуть-чуть. Все, вторую. Ага, вторую размечтался. Вторую вручную крутить придется. Чем мы все вручную, да вручную? Воздух у меня есть, пусть воздух работает. Здесь есть 102 ньютона наверху. Все, отлично. 102 ньютона есть. Ну вот. Теперь ставим колесико. Вот эта вот гайка верхняя с линки. Ну вот эта гайка подвесочная, она делается для того, чтобы болт в нее вкручивался, а гайка вот этими четырьмя штучками зарезалась во что-то. Ну вот умные люди взяли ее и закрутили на линку. Ну так, чтобы точно не отвернулась. Хотя она не крутится, в нее вкручивается. Опа! Центральное отверстие мы тоже почистили на диске. Ну вот, можно опускать. Момент затяжки ступицы колеса будет 112 ньютон. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго. Подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами.